Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Никиты, и это Тайвань. Интересный сервер, я уже не раз показывал. Здесь куча реально возможностей как для доната, так и для бездоната. Здесь выходит первая обнова. В общем, куча разных плюх, куча бонусов. Собрать здесь Огника и Некроса не так уж и сложно. Плюс... Есть очень часто акции, которых нету на других серверах. То ли они в тестовом каком-то режиме, непонятно. В общем, здесь очень много разного трэша, и он каждый день меняется. Вот такой вот аккаунт. Как видите, донат даже до шапки не дошел. По сути, один пак большой. Полтора даже, наверное, нету. Поехали посмотрим, что у него тут есть. Находится он в какой-то тайванской... гильдии. Кидайте заявочки, вступайте, если вы что-то понимаете. В общем, вот так вот. Поехали, посмотрим, что есть на аккаунте. На аккаунте, как видите, есть Огник. Ну, Огником, в принципе, сейчас никого не удивишь. 10 баксов, и он будет у любого. То есть можно выбрать просто нормальный сервер, где можно его купить. А можно и даже получить, как на немке, очень быстро собрать. Так, окей, давайте посмотрим, что у него по героям есть. Осколками. Странно, а что он скины не активирует? Это ж наоборот, ему же лучше. Он ждал этого момента, чтобы мы зашли на аккаунт и заактивировали ему скины. Такс. И на у нас здание тут не особо у него. Ну, как видите, расходников хватает, всего хватает, наверное, минимальный донат под определенные акции, в принципе. Так, окей, поехали посмотрим, что есть, чего нету. Фоба, Космо, Трифит, Командора. Нифига себе, да тут дофига надо, в принципе. В принципе, дофигища героев надо. Вот так вот даже. Неожиданно, неожиданно. Так. Карточки есть у него. Сейчас попробуем. Попробуем жахнуть. Что-то недостающее. Хотя, что с карт недостающего этих упадет. По сути, у него такие... герои, которые все есть с карт, как видите, здесь получить какую-то карту, это тоже не есть проблема. Вот топовые карты, еще раз зайду, гляну на всякий случай. Да, так, тут Фрэнк, но это все не падает там. Командора, Трифит. А, подождите, какой не падает Фрэнк? Фрэнк же падает с карты. Даже две штучки. Даже вот так вот, ребятушки. Два Фрэнка у него теперь есть. В принципе, довольно-таки неплохо. До Минотавра ему еще, конечно же, далеко. Поехали, откроем сразу же недостающую имбу. Ник 26. Поехали, попробуем вытащить на Тайвань. Нифига себе. Посмотрите, и вот этот роллинг сразу считывается вот эту вот акцию. То есть вы, соответственно, можете собирать отсюда дополнительно еще какие-то плюхи героев. То есть таких акций здесь очень много, и они практически идут каждый день. Поехали дальше. Рандомчик. Нам нужен Космо, нам нужен Ледяха. Но у меня рандомчик, админ панелька только на русский сервер. Видите, места не хватает. Так, бульдозер. Седна. Ну, Седна это понятно. Махатма вот так вот, просто изи. Отлично, скин открыли.
И героя получили. Что еще надо? Еще один, ребятушки. Еще один. Не понял. Что, места не хватает в алтаре, что ли? 106, 106. Нифига себе, он тут нафигачил их. Нафига же столько повторок. Ладно, потом. Потом почистим, пооткрываем, потому что нам еще коробки. Так, и место на складе. Сейчас надо склад срочно почистить. Сейчас кучу самов туда сольем. Череп, неплохо. Так, Махатма есть, надо Ледяха и Космо. Вот это два такие героя. Они должны быть, в принципе, на каждом аккаунте, но хотя бы один из них по-любому должен быть. Так, давайте до 25к. Или даже до 20. Ну, рандомчик. Это просто пипец. Гарпия. Ну, я вам скажу, вот я только что ролил на, там, на русском сервере. Блин, на русском сервере как-то повеселее все. Капитан Рогатка. Вот так вот. Вот так вот. А он здесь есть. А, так, давайте почистим склад. Это можно, в принципе, открывать. Это бессмысленно. Копить. Махатмушка, это, конечно, круто. Блин, посмотрите, вот сколько у него разных талантов. Где вы видели на русском сервере такое изобилие? Это все, в принципе, можно здесь получить с топовых акций. Так, мы не открыли карты. И что мы видим? Одна Фрея. То есть шанс на Фрею, как видите, очень маленький. Бигфуты тоже не очень. А вот заклинательницы Фины просто бешено падают. Такс. Понятно все. Все с его аккаунтом понятно. Почему у него так много, точнее, так мало места свободного? Все потому, что у него куча рун на аккаунте. Ну, это нормальное явление. Так, а что тут у нас? Эмблемы, блин. Нечего, по сути, чистить. Все печально. Ну, в любом случае придется добавлять места. Поехали. Так, Махатма, это хорошо. Этот тайванский рандомчик, конечно. О, вот это уже поприятнее, ребятушки. Оккультист. Отлично. Поздравляю. В принципе, довольно-таки неплохо, неплохо. Двух призрачных можно уже сразу же сливать. Поехали дальше. Добавить. Нифига себе. Там что-то упадет прям мега эпическое. Два раза добавили места. Так, Дед Мороз. Циклопы, ну циклопы и варлок. Блин, ну как-то здесь скудненько лиги падают. Не знаю, что-то на русском сервере пободрее будет. Так. Давайте сольем двух призрачных, они здесь нафиг не нужны. И откроем. Двух хороших героев. Так, раз. И Махатмушка 2. Отлично. Так, что там у него получается? Три героя у нас есть. Раз, два, три. Замедление можно сюда кинуть. Пакт, неплохо. Ну, я, в принципе, думаю, с талантами тут бессмысленно намиграться, потому что талантов у него и так хватает. Поехали, попробуем довыбивать, потом посмотрим, что по талантам делается на Тайване. Так, рандомчик.
Дракос. Ну, блин, Дракос это немножко не то. Надо космо, надо ледяха. Атлант, я уже думал, знаете, такой ледяной феникс. Ронин-хранитель, нифига себе. Смотрите, что делается под конец. Бульдозер, нифига себе, сколько легенда. Чё так сразу не сыпало? Одержимый. Бульдозер, просто троллинг. Это просто троллинг был от рандомчика. Ну, в принципе, все, что мог, то сделал. Довольно-таки неплохие, я скажу, герои нам упали. Хрон. Я буду орать, если сейчас хранителя нету, но хранитель есть. Да, конечно, не упали те, которые самые такие топовые, важные, но, в принципе, этого вполне хватает для комфортной игры. Махатма чего только стоит. По талантам у него, конечно, тут жесть. Можно даже коробки не ролить, просто расставил то, что надо. Поехали, пробежимся. Так, маскировка, пакт, ну, такой себе вариант поменял бы. Здесь бог войны нафиг не нужен. Сойдет. Отлично. Железка СО, в принципе, вариант неплохой. Огонь, огонь. Отлично, отлично. Ну, блин, посмотрите на таланты. Что еще надо, вот реально? В принципе, как вариант. Сюда можно было бы СО уже вкачать. Отлично, отлично. Бог войны нафиг не нужен. Тыковка, топчик. Да, блин, тут кайф. Тут с талантами и коробок, и того, и сего, и эмблемы. В общем, вот так вот. Такой вот, ребятушки, сервачок. Кидайте заявочки, пишите комменты, участвуйте в конкурсах. А я хочу кофейку, потому что засыпаю. Всем удачи, всем пока.